Просто смотрите на меня. Что сейчас будет? На тебя? Я говорю, он будет монстром, ребята, чекайте, он будет монстром. Так, подрубаем вот это и... Лучше отойдите подальше. Мне кажется, реально ухчиты скачал на новый аккаунт просто. Ну, говорю. Как они догадались? Готовы? Раз, два, три. А, что-то... Вот, смотрите, я супер быстрый. Так, я нажимаю на вот эту кнопочку и... Хопа, и у меня много лампочек теперь. Офигеть! Вы уже догадались, у меня есть читы. Они очень крутые. Я вас буду троллить. И наконец-то оператор стал бессмертным. Он меня не видит, смотри. Меня монстры не могут кушать. А почему? Монстр, привет. Я могу убрать всех монстров. Я убрал всех монстров, смотрите. Где монстры? Нету. Все, нету монстров. Я убрал всех монстров в радужных друзьях. Как вам такое? Все, погнали отсюда. Особо, монстры реально пропали. Как их вернуть теперь? Я жалею. Зачем я удалил монстров? Сейчас бы они вас бы съедали, а я бы бессмертный бы наблюдал за это. Я сейчас включу максимальную скорость и попробую сейчас убежать за карту. Что будет? Я выбежал за карту. Обалдеть. Нет, я упал. Ой. Поздравляю тебя. А я вот тебя вижу здесь. Так, я могу проходить через стены. Бесконечные прыжки, прыжок, бег, гравитация, анти-АФК. Крутилка! Я кручусь. Тот самый ух, который крутится. Только из-за этого люблю читы. Так, я теперь могу проходить через стены. Я реально могу проходить через стены. Смотрите. Я упал опять! Что? Тут все монстры сидят под землей. Опа. Тут синий и зеленый, они вместе стоят. Стоп, это фиолетовый монстр? Я нашел фиолетового монстра под землей. Тут руки и туман. Вау, это так красиво. Я как будто залез куда-то и наблюдаю за всем. Я еще нашел все камушки. Камень большой, камень маленький, камень квадратный даже. Квадратус и треугольник. Так, сейчас посмотрю, что тут еще интересного есть. Ребята, я тут нашел что-то секретное. Тут какая-то коробка, и внутри нее фиолетовая штука. Тут подземные пути, интересно, я до них смогу допрыгнуть? Да, я очень быстрый. А, я же могу вернуться на спавн. Че я тут сижу, хочу с собой пожертвовать ради вас. Телепорт на сдачу. Опа, и все. Я живой. Меня бы тпхнул. Пингвин, вам помочь? Да, да, спасибо, пожалуйста. Уклоняюсь, мой... Это не я сделал. Мы не видим. Стоп, я могу еще управлять игроками? Я нажимаю на пингвин. Пингвин. А, я могу телепортироваться к вам. А я думал, я могу вами управлять. Ух, тпхайся ко мне, короче, по приколу. Давай, сейчас. Так, тпшимся к тебе, вот ты где. О, я нашел тебя. Вот, а я мертв. Смотри, ты где. Я ходить могу, я могу ходить. Стоп, ты меня видишь? Да. А, все, кто... проигрывают, вот попадают в эту комнату, что я вон, в это вообще я сейчас иду к тебе, пытаюсь, неудобно так, во, я тебя вижу здесь. Арконус проиграл, но он все равно жив. Ладно, я пошел к Киоресу, пока. Так, я бессмертный оператор, поэтому буду вас всех снимать, как вас всех пожирают, это очень интересно. Помогите, помогите, меня как там вот это... Так, я могу телепортироваться, но что я еще могу делать? Крутилка, в любой непонятной ситуации крутись. Привет, Агуша. Я побежал. Давай, я за тобой наблюдаю, смотри, я за тобой кручусь. Опа. Брррр. Молодец. Ладно, я пойду под карту, посмотрю там, где всякие эти. Так, здесь есть ничего. О, тут железная дорога. Ух, ты нашел тот самый конец? Да, он под землей. Так, я тут... Только... А вы знали то, что если упасть на край батуха, вы все равно выживете? Давайте спидран по радужным друзьям. Так, все, спидран, поехали. Так, я побежал. Нажимаю собрать лампочки. Так, ставим сюда 10. Собираем снова. Давай. Ставим 10. И последние 10. Так, ага. Спидран. Так, хорошо, хорошо. Так, теперь нам нужны эти... Какие огнетушители? Нам ничего не нужны, у нас есть читы. Давай. Все, так. Так, прошли вторую ночь. Так, третья ночь. Вот пушистиков надо искать, их надо искать. Аба-ба-бам. А я тут большого пуфыфтика нашел, как его взять? Давай, пингвин, давай. Смотри, какая нычка. Так, нам надо найти еще 3 штучки. Один пуфыфтик, давайте, уже 3 минуты спидран идет. Да? Что-то как-то мы долгие спидраны. Не, сейчас будет все быстро. Давай, Агуша. Все, о, прошли. Так, а, собрать сахар и сдать. Раз, так, все. Быстро, хорош. 5 секунд. Ну, ух, это ты-то, мы не такие. Сухарик, садись, ты меня поведешь. Я сейчас попробую выйти из этой вагонетки и ходить пешком. Как вам такая идея? Нормально. Вот это веселуха. Весело, до смеха. Я телепортнулся на сдачу, ребята. Тут все монстры под землей. Мы потеряли ухо, ребят, все.
Так, сейчас я телепортнусь к Максиму. Нажми на С. Смотри. О, я вас всех вижу, ребят. На самом деле вы сидите в вагонетках и даже не двигаетесь, а вы даже об этом не знаете. Я еду. Да. Читами ух. Я вышел за карту. О, что это? Так, вот здесь у нас сидел оранжевый в коробке. Ага. И вот, я прохожу по этой дороге. О. Мягкая посадка. Ребята, смотрите, я здесь, я к вам пришел. Жесткий. Я даже не катался на вагонетке, но я здесь. Так, ладно, погнали. Ой. Ой. Так, смотрите, сейчас будет супер профессиональный спидран. Спидран, спидран. Побежали, побежали. Просто бежать куда-то. Почему я бегу самый последний? Я впервые самый первый. Ой. Все, я пробежал. Бегите, бегите, я вижу голубую. У меня подсвечивается голубая, вон она. А где пранки? Хорошая пранка. А вы сами меня пранканули, я пытался вас пранкануть. Переиграл и уничтожил. Включаю проход через стены, скоростной бег, я побежал вам показывать карту, я упал под землю. Тут железная дорога? Да, тут железная дорога, реально. Сейчас надо осторожно, главное не упасть, а то я чудею. Подожди, что? Подожди, вернись. Ух, там какая-то квадратная моделька голубого, там она квадратная. Где? Вот, посмотрите, видите? Это синий. Это синий квадратный, квадратный синий. Да, синий, вот. Это лего-игрушка синего. Так о чем квадрат? А зачем он? Не-не, смотри, это как-то, знаешь, чтобы, типа, анимацию ходьбы сделать. А, да? Ну, тогда да, интересно. Да, типа, она, видимо, трансфирует. Нас обломали, мы думали, нам добавят лего-синего, а нам не добавили. Птеродактиль наверху, видите? Вон я. Где? Вон. Где? О, реально. Он готовится упасть на нас. Вон он. Ух, пробеги за поворот. Там ничего нет, там скам. Тогда иди в другую сторону, мне интересно. Ладно. Всегда. Так, вот так мы проезжаем по железной дороге. А, это мы вот сюда, да? Да, ага. Да. Здесь у нас голубая, по идее. Вон она. Да, здесь голубая. Смотрите, сидит, ждет своего часа. Пойдем дальше. Только работа. А что в другой стороне, интересно? Там вагонетка. Так, вагонетка, еще. Просто вагонетка. Так, а здесь вагонетка. У нас мусор. В мусор. Тут специально дырки для читеров оставили. И вот я в конце, ребята. А я могу так сделать. Прошел. Опа, я в трубе с пушистиками. Задача найти лампочки, а ух, прошел. Я уже все заскрил. Ой, я упал в канаву, как отсюда выбраться нельзя. Канал. Ну ничего, я сейчас телепортнусь. Тут монстры, они на меня нападают. Вот самый читер. Знаешь, это, ух, а ты сейчас смотри, возьми коробку и включи высокую скорость. Да. Вот она, быстрая коробка Кибермаксимки. Согласен. Я вам хотел другое показать, то, что вообще это не карта, но я не смог дойти. Я завидую. Все, я упал под карту. Смотрите, что я тут нашел под картой, вот. Подождите, вы тоже видите? Тебе гости. Какие гости? Это QRS? Как он сюда попал? QRS читер. Идемте еще сюда. QRS не такой быстрый, если что, ух. Слабо. QRS, надо тренироваться. Смотрите, вот как выглядит фиолетовый по-настоящему. Где? А, серьезно? Да. Там еще камушки только есть. Я раз туда не иди. Там скример фиолетового. Вот. А, что? Это фиолетовый? Да, это фиолетовый. Это реально фиолетовый монстр скример его, вот он. Ну что тогда, this is Sparta! На этом все, всем пока.